Здравствуйте, друзья, с вами Ольга. Сегодня поговорим о вечно зеленом кустарниковом растении, о самшите. Его используют в ландшафтном дизайне для оформления альпийских горок, им украшают газоны. Также самшит хорошо подходит для создания живой изгороди, бордюров, для оформления садовых дорожек, да и для другого обустройства территории. В моем саду есть несколько кустов самшита, которые я ежегодно формирую с помощью стрижки. Два из них растут вот здесь, на каменистой горке, среди хвойных растений. В дикой естественной природе самшит представляет собой невысокое дерево, но в садах его выращивают в качестве декоративного кустарника, с помощью которого создают уже разные фигурные формы, придавая тем самым саду оригинальность. А вообще самшит выращивали еще с древних времен. Его высаживали в дворцовых садах. Ну, он, конечно же, популярен и сейчас, так как подходит для любого стиля сада. Есть разные виды самшита, но чаще встречаются вечнозеленый и мелколистный. Листья по форме небольшие, овальные, блестящие, зеленого цвета. Он растет медленно, в зависимости от сорта, и годовой прирост составляет примерно от 5 до 15 сантиметров. Если не делать ему обрезку, то куст, конечно, будет выглядеть неопрятно. Молодые побеги отрастают неравномерно, они выбиваются из общей кроны, тем самым нарушают форму, плотность, да и сам внешний вид куста. Так что ежегодная формировка идет самшиту только на пользу. Формировать самшит можно с самого молодого возраста. Вот так выглядели пару лет назад два саженца, купленных в Леруа Мерлен. Они уже тогда отличались друг от друга по своей форме. Если посмотреть, один из них был более разветвленный в виде куста, а другой с одним стволом и небольшой кроной сверху. Такое растение хорошо подойдет для формировки небольшого деревца на штамбе. Я вот очистила основную часть ствола от боковых ветвей, а крону с помощью обрезки сделала более компактной, то есть укоротила длину побегов. Вообще это в дальнейшем вызывает рост молодых побегов и уплотняет крону. Вот такие обрезки веток можно использовать на черенки. А сейчас пойдемте, я покажу, как выглядят те два саженца. Вот это тот, который формируется у меня на штамбе в виде деревца. Растет он хоть и медленно, но крона постепенно уплотняется. Вообще самшит любит расти как в полутени, так и на солнечных участках. К почве он не требователен, но все-таки предпочитает увлажненные, супесчаные или также легкие суглинистые. Для формировки в виде деревца боковые приросты на стволе лучше сразу удалять, чтобы растение не тратило в дальнейшем на них сил. И вот так распушилась крона у второго саженца. Она формируется в виде шара. Еще один молодой куст самшита. Он тоже при посадке выглядел сначала очень худеньким и скромным, но стрижка изменила его облик. Для быстрого роста густой и пышной зелени, вот такие молодые растения, можно обрезать 2, 3, а то и 4 раза за сезон. Вот такая процедура поддерживает не только форму, но и плотность куста. Два взрослых куста самшита я стригу обычно 2 раза за сезон. Это в июне и в конце августа, или в начале сентября. Сейчас перед обрезкой я заготовлю посадочный материал, то есть нарежу черенки. Буду их брать с верхушечных побегов, так как они хорошо адаптируются и формируют сильную корневую систему. Выбираю полудревесневшие побеги, это часть стебля с листьями и не полностью вызревшей древесиной. Срез делаю рядом с почкой под углом, чтобы плоскость для образования корней была больше. Ну и вот черенки получаются длиной примерно 10-15 сантиметров. Итак, я заготовила черенки, на вид они все разные. И если обратить внимание, то верхняя часть стебля у них зеленая, но не мягкая. А снизу начала уже древеснеть.
Нижние листья удаляются. Обратите внимание еще на то, что все части самшита ядовиты, особенно листья. Поэтому работу с этим растением лучше проводить в перчатках. Так выглядят готовые черенки к посадке в открытый грунт. Я их заготовила с запасом, зная, что укоренятся из них не все. Место для посадки черенков я выбрала притененное и защищенное от ветра. Ну а в качестве почвосмеси брала садовую землю, торф и песок. Увлажняю грунт. После того, как вода хорошо впиталась, с помощью такого тоненького колышка делаю углубление для посадок. Для лучшей стимуляции корней можно в нижней части побега сделать несколько насечек вдоль коры, высотой примерно 1 см. Также можно применить любой корнеобразователь. Я слегка опудриваю низ черенка и затем вертикально заглубляю в грунт примерно на 3-4 см. Грунт в местах посадки уплотняю и сверху накрываю пластиковой 5-литровой емкостью. Она послужит мини-парничком, ну а крышку раз в день можно приоткрывать на 5-10 минут. Скорость укоренения черенков может быть разной. Одни могут пустить корни уже через 3-4 недели, а какие-то и через 1,5 месяца. Но по времени корни должны успеть укрепиться до первых заморозков. На зиму я их еще утеплю спанбондом и весной уже покажу результат. Что ж, теперь после черенкования можно заняться и обрезкой взрослых кустов самшита. Я буду удалять часть побегов, которые нарушают границу кроны, и придам декоративный аккуратный вид кустам. В некоторых местах, где я брала черенки, образовались небольшие пустоты, но стрижка поможет уплотнить крону. Так выглядит самшит после стрижки. Он смотрится компактным и причесанным. На этой горке остался еще один самшит, и его тоже надо привести в порядок. Этот куст любит тянуться вверх, поэтому по форме слегка напоминает овал. Самшит – это одно из самых древних растений, которое появилось около 30 миллионов лет назад. Но, несмотря на это, смогло сохранить свою первоначальную форму. Вообще, раньше считалось, что такому южному растению подходят только теплые регионы. И в средней полосе России оно расти просто не будет. Но некоторые виды и сорта неплохо адаптировались к холодному климату. И даже при таком непростом, как у нас в Ленинградской области, самшит успешно зимует под укрытием. Так же, как и другие растения в моем саду, я его готовлю к зиме. Если осенью дождей очень мало, то необходимо кусты обильно полить, предоставить корням запас влаги на зимний период. И еще полезно замульчировать прикорневую зону куста. Крону взрослым самшитом я стягиваю, чтобы снеговая нагрузка не деформировала кусты. И также, чтобы не подмерзали они зимой и не сушались на весеннем солнце, я их укрываю. Что ж, друзья, пожалуй, на сегодня это все. Спасибо вам, что были со мной, и до встречи!